Здравствуйте. Вы на тротуаре находитесь. Вы плохо это понимаете, потому что если бы вы хорошо это понимали, вы бы сюда не попали. Назад! Ну да, там с самого утра. Вас не смущает, что вы по тротуару двигаетесь? Молодой человек. Да. Вас не смущает, что ли? Молодой. Вы смотрите Стопхам СПБ. Машина, добрая уже. Вы двигаетесь по тротуару, будьте должны. Вперед, ну что? Давите, люди! А в противном случае мы вам наклеечку не удалось. Ну что, вы согласны? Еще проедете чуть вперед и получите наклейку. Клей. Мужчина, не надо, я тяжелый, а капот у вас мягкий. Вы здесь долго будете стоять? Я сегодня буду кататься. Ну, давайте. Чайку вынести вам? Нет? Правда? А горячись тут? Нет? Нормально? Мы спортсмены, мы не пьем. Вы спортсмены? Хотите со мной поджиматься? А? Проиграете? Ну ладно, давай, поднимайся. Все, вам надо. Спасибо за внимание. Не заметили, но вы по тротуару двигались. А ты понос, мы тут люди против. Женщина, назад! Чтобы выехать, надо развернуться. Но чтобы выехать, не надо просто разъезжать. Доброе утро, девушка. Вы двигаетесь по тротуару. Вернись, пожалуйста, там, где заехали. Я не смогу. Вы учили в школе. Задом сдавать вместе. Будет сладко. Я просто пешеход, стою на тротуаре, я могу здесь стоять. Тоже не так. Сдайте, пожалуйста, назад, либо в противном случае вам придется наклеить наклеечку на лобовое стекло. Купите? Я вас сейчас. Я сейчас вас просто предупреждаю, она очень плохо открывается. Давайте наклеить. Нет, мы даже наклеим, вы все равно не проедете. Прям вот. Девушка, давайте, я вам даю минуту, если вы не сдаете назад, мы вам клеим наклеим. И каждые последующие 3 минуты клеить вам наклеим. Как вы учились того, в школе, что вы не умеете сдавать? Да, ребят, ну честное слово, с акцией Стопхам я очень сильно уважаю ваше движение. Я, ну как вы можете уважать, если вы двигаетесь с попы, Клава? Как-то. У меня безвыходная ситуация, я опаздываю очень сильно. Попросите вот молодого человека, чтобы он за вас дал назад. Ну, нет, да. Ну, хотите, я вам сдам назад, у меня есть право. Нет, у меня две категории. Ну, хотите? Опоздайте, ну, опоздайте, так опоздайте. Просто не надо обижать пробку. Женщина, в любом случае вы вперед не проедете. Там стоят люди, они не отойдут. Вам в любом случае придется давать назад. Это без вариантов. Может быть, в этом споре самым убедительным аргументом будет наклейка? Я ее отцы, ребята. Там какие-то ребята. Трогать мою машину. Хорошо. Я вас предупредил, девушка. У вас осталось 30 секунд. Я вам скоро скажу сказать, что сейчас я на вас наклею. У вас осталось 20 секунд. На каком основании? На каком юридическом основании? Вы же грамотный молодой человек. Вот объясните основание. Я основание вам объяснил. Вы будете уезжать? Основание юридическое. Вы будете уезжать, девушка? У меня сейчас муж выйдет. Хорошо. Сдайте, пожалуйста, назад. Сдавайте. Я нарушила правила дорожного движения. Очень отлично. Вот поэтому у вас и будет наклейка.
поэтому нам нужно вызвать инспектора ДПС, который меня штрафует. А не указывайте, пожалуйста, нам, что мы должны. Почему бы не указывать? Мы с вами равноправные. Мы стоим на тротуаре, поймите. Вы пытаетесь проехать через нас. Я нарушила правила дорожного движения. Вот и все. Если вы чем-то недовольны. Если я вас задену капотом, вы тогда вызовете инспектора ДПС, скажете, меня на тротуаре. Девушка, вы понимаете, что вы попадаете в ситуации, когда вы не правы? Я понимаю. Вы представляете, да? Вы попытались сэкономить время, и сколько времени потеряли. А поехали бы как все, у вас бы не было бы ни потраченного времени, ни испорченного настроения. Доброе утро. Вы пытаетесь выехать на тротуар на пешеходную зону. Нет, извините, не давите, пожалуйста. Будьте любезны, назад сдайте. Ну куда? Давайте туда, задом не умею. Вы права же получали, значит обучались. Вы можете чуть-чуть сдать назад, и не надо, пожалуйста. Нет, я не умею, давайте туда, блин. Девушка, будьте добры, назад. Назад. Вы, пожалуйста, не указывайте нам, как и что, ладно? Девушка, пожалуйста, отойдите. Я отошла. Не работает. Вернись.